Видео представлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 64. Рассмотри картинки. Запиши словарные слова. Какое слово ты не записал? Словарные слова – это слова с непроверяемыми безударными гласными. То есть это слова, к которым нельзя подобрать проверочные слова. Правописание этих слов нужно запомнить. Запишем: помидор, сапоги, петух, баран. Не надо записывать лиса, ее можно проверить словом лис. Ворона, проверяем словом ворон. Кошка – это слово, в котором буква О сразу является ударной. Кошка. Запомним слова, которые мы называем словарными словами, правописание которых нужно запомнить. Помидор, сапоги, петух, баран. Запишите эти слова и не забудьте подчеркнуть безударные гласные. Запомни эти слова. Если вам понравилось наше видео, вы можете посмотреть остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы, предложения, пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.